Изабелла – один из самых распространенных и популярных сортов винограда. По назначению он является универсальным сортом. Его можно употреблять в свежем виде, делать вино, варить компоты, варенье. Является абсолютно нетребовательным в уходе, имеет высокую урожайность, обладает способностью противостоять большинству болезней. Имеет высокую морозостойкость до минус 25-28 градусов без укрытия. Появился сорт самопроизвольно в результате природной селекции в США. Обнаружила его Изабелла Гибс из Южной Каролины, и в 1816 году сорт получил ее имя. Кисти среднего размера, масса около 180-250 грамм, не очень плотные, но урожайность высокая, за счет того, что на каждом плодоносящем побеге формируется по 2-3 кисти. Ягоды шарообразные, черно-фиолетовые, с густым налетом. Кожица очень плотная и прочная. Благодаря этому Изабелла имеет неплохую транспортабельность, сахаристость 16-18%. Мякоть кисло-сладкая, склизкая, зеленовато-желтого цвета, с отличным привкусом, напоминающим садовую землянику. Научно доказана польза Изабеллы для здоровья. Ее ягоды отличаются повышенным содержанием фитонцидов. Сок обладает ярко выраженным антибактериальным свойствами. Много в них и антиоксидантов, замедляющих процессы старения.